Во многих сферах нашей жизни уже появились автоматы и роботы. Но как они устроены? Кто они? Мы познакомим вас и с теми, и с другими. Научим их исполнять нашу волю. И выходить из затруднительных ситуаций. Робототехником становится тот, кто умеет решать реальные задачи. Вытолкнуть кегли из круга, не промахнувшись ни разу. Проехать по линии, не сбиваясь на поворот. Найти выход из лабиринта, не зацепившись за стену. Мы создали этот курс для тех, кто заинтересовался робототехникой, но пока не знает, с чего начать. Для тех, кто еще не приобрел новый конструктор, но очень хочет учиться прямо сейчас. Для тех, у кого уже есть набор, но непонятно, с какой стороны к нему подойти. И для тех, кто уже занимается робототехникой, но чьи роботы пока еще плохо слушаются. В этом курсе мы будем программировать в среде Trick Studio. Это российская бесплатная программа, которая работает на разных операционных системах и поддерживает различные контроллеры. Если у вас нет конструктора, то в виртуальном мире Trick Studio вы сможете решить большинство задач курса. Если у вас есть конструктор, то вы увидите, как отличается поведение робота в реальном мире. Я, Сергей Александрович Филиппов, веду робототехнику более 15 лет. И за это время подготовил множество победителей всероссийских и международных соревнований. Приглашаю вас на свой курс «Уроки робототехники для начинающих». Наша победа еще впереди.